Бодибилдинг набирает высокие обороты по всей стране, в том числе и в нашем городе. Воронеж стал центром притяжения спортсменов с разных регионов страны. Немалая заслуга в этом принадлежит президенту Федерации по бодибилдингу Эльдару Инамову. Как он сам признается, за 12 лет проведения чемпионата по бодибилдингу такой масштаб Воронеж увидел впервые. У нас заявлено 20 регионов, то есть это Москва, Орел, Саратов, Татарстан, Казань, то есть очень много регионов. И впервые такое событие, что нас посетило столько много людей, поэтому очень рады, ну и будем двигаться дальше. Чемпионаты подобного рода носят в себе не только соревновательный характер, но и мотивируют на занятия спортом. Посмотреть на атлетов разного пола и возраста собралось несколько сотен зрителей. Хотелось бы, чтобы сделать этот спорт, тем более он такой красивый спорт, люди, когда видят это все, чтобы стремились к чему-то, видели, как это красиво, достигали каких-то успехов. Перед тем, как выйти на сцену и показать зрителям всю красоту своего тела, спортсмены тщательно готовятся в гримерных комнатах. Наносят на себя мгновенный загар, репетируют свое выступление и знакомятся со своими соперниками. Мы, когда заявляемся, мы не знаем, с кем мы будем соревноваться на сцене. То есть это уже покажет сама сцена. Настраиваемся на борьбу, на первое место. Вот. То есть все, что от меня зависело, то есть я сделал, осталось просто это сейчас донести до зрителя, донести до судей. Бытует мнение, что бодибилдинг – исключительно мужской спорт. Но это не только горы мышц и сила, это в первую очередь красота и эстетика. Поэтому в этом спорте представители и самой прекрасной половины человечества. Я здесь выступаю в категории бодифитнес. Есть разделение до 168 и свыше 168. Я до 168. Хочу быть первой, хочу быть абсолютной. Любой спортсмен, который вкладывает все свои силы, время, ресурсы, он всегда хочет иметь бонус от соревнований в виде медалей, кубков. Но даже если что-то и не получается в каком-то старте определенном, мы получаем опыт, из которого извлекаем для себя какие-то моменты, над которыми нужно либо поработать, либо кайфануть и насладиться. Поэтому каждый старт, он очень важен для спортсмена. Во время турнира на сцене можно было увидеть не только взрослых и накачанных участников. Юные спортсмены тоже поборолись за кубки и медали, выступив с акробатическими и творческими номерами. За время чемпионата участники всех категорий достойно проявили себя перед судейской коллегией, а зрителям спортсмены подарили эстетическое наслаждение и возможность прикоснуться к миру бодибилдинга.